Таким образом, пакет законов, вокруг которых оппозиция организовала настоящее шоу, лишь бы они не были приняты, вступит в силу уже на неделе. Об этом премьер Кику заявил после совместной встречи с президентом и спикером. Те выразили надежду, что забота о людях все же возьмет верх над групповыми интересами ряда политиков. Депутаты от оппозиции не стали инициировать вотум недоверия правительству и пошли другим путем. Так некоторые представители ППДП оспорили пакет законов в Конституционном суде. Премьер-министр Ион Кику объявил после еженедельной встречи руководства страны, что депутат Игорь Мунтяну, автор уведомления, преследует исключительно политические интересы в ущерб интересам граждан и экономики страны. Evoluțiile pe această cale, dar eu sper foarte mult că aceste proiecte atât de necesare cetățenilor și economiei vor intra în vigoare, vor fi implementate, iar interesele politice ale unor cetățeni vor rămâne doar la interese și nu vor afecta ceea ce așteaptă cetățenii în primul rând. В конце прошлой недели глава государства Игорь Дадон заявил, что подпишет эти законы, как только они попадут ему на стол, чтобы деньги выделили как можно скорее.